Ну вот и третий день соревнований по баскетболу. Мы уже видели в деле все команды, знаем фаворитов и можем делать первые прогнозы. Безусловно, самой интересной игрой этого дня станет встреча наших девочек со сборной Дальнего Востока. Ну а пока что смотрим на игру Китая и Индии. Ну а ждала нас ожидаемая победа китайцев, которым уже сейчас прогнозируют встречу с якутянками в финале. А номеру 13 главный судья соревнований Сергей Фомин даже сулит известность в мировом баскетболе. Это двухметровая девочка. Вот запомнить эту фамилию, наверное, это будет очень большим игроком, потому что ее доведут до определенного уровня. Это будет игрок национальной сборной Китая и, может быть, дабл НБА вот этого профессионального турнира Соединенных Штатов. Хочу отдельно сказать о сборной Индии, потому что эти девочки, которые значительно уступали в росте китайской команде, продемонстрировали чудеса сегодня игрового мужества, игровой дисциплины. Забить такой команде около 70 очков, это дорогого стоит. А девочка под номером 11, вот я себе ее записал, Акула Ковид, это просто, я считаю, украшение нашего турнира с ростом 152 сантиметра. Эта девочка сегодня дала фантастическую статистику, которая, в общем-то, достойна рекордов НБА. На уровне Коби Брайанта и Шакила Унила. Просто я обычно практикуюсь около 6-8 часов в день и тренируюсь в Америке. Вторая игра дня прошла между сборными Непала и Монголии. Увы, обаятельные и миниатюрные непальские девочки так и не смогли найти своего места на этих соревнованиях. Проиграли с почти унизительным счетом 12-101. Они очень высокие, мы не могли их просто достать. И не могли хорошо выступать, вы понимаете? Мы все приехали только из одной школы, а не со всего Непала. Это наша главная проблема. И вот тот самый долгожданный момент, одновременно и самое эпичное противостояние на площадке Якутия-Дальний Восток. Наши соперницы упорны и показывают действительно хорошую игру. С другой стороны, и якутянки в борьбе – это просто нечто. До самого последнего момента ждать можно было чего угодно. Но спорт есть спорт, и победил сильнейший – сборная Якутии. В первых двух четвертях была очень напористая борьба. Вот, но, впрочем, в конце концов мы вырвались и сделали большой отрыв. Вот и выиграли. Завтра последняя отборочная игра и, очевидно, последние страдания сборной Непала, которые выйдут против Дальнего Востока. А мы уже можем назвать первых полуфиналистов – Китай, Сибирь и, разумеется, Якутия.